Дорогие друзья, вы, наверное, еще помните известную российскую певицу Юлию Савичеву. Но мало кто знает, что с ней произошло несколько дней назад. Подписывайтесь на наш канал и внимательно смотрите наши новости. Несколько дней назад в Санкт-Петербурге после концерта Юлия Савичева, известная российская певица, подралась со своей фанаткой. Пьяная фанатка начала избивать Юлию Савичу после того, как певица отказалась давать ей автограф. Между ними завязалась драка. Пока подоспела охрана, фанатка успела несколько раз нанести серьезные удары в область лица Юлии Савичевой. Сейчас Юлия Савичева находится в больнице с телесными повреждениями. Сообщается о том, что сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Ждем подробностей, друзья. Надеемся на то, что виновница данного происшествия все-таки будет наказана. Будем надеяться на то, что Юлия Савичева вскоре окажется дома и с ним все будет хорошо.